С 1 апреля 2024 года ожидается индексация пенсии для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, имеющих вид на жительство. Индексация, повышение пенсии коснется тех, кто получает социальную пенсию, и размер ее составит 7,5%. Коснется более 4 миллионов человек, тех, кто получает данную социальную поддержку. Социальная пенсия положена тем, у кого не хватает стажа, либо баллов для назначения пенсии по старости. Срок назначения пенсии, соответственно, на 5 лет больше, чем по старости. В среднем это 65 лет у женщин, 70 лет у мужчин. И, соответственно, есть условия такие, что если вы официально трудоустроились, получая социальную пенсию, то, соответственно, она приостанавливается. Будем с вами на связи.